Что-то как-то я встал хреново. Да прикиньте, ну парень в предыдущей трансляции написал, что укажи номер кошелька Киви, а я тебе денег на литье подкину. И прикиньте, он мне реально кинул косарь. Я охренел. Я думаю, чувак, спасибо тебе большое. Это пипец какой-то. К рэп-баттлам прикольно отношусь. Вот. Про армян? Ну, давайте. Давайте тогда... Я на мажорке. А я не знаю, как это тренировалось. Просто как-то само получилось. Да я понял, что ты звонил. Давайте все ставьте лайки. А еще перед Давидычем, ну да, то, что я вообще очень долго ждал. О, спасибо, супер вообще. А теперь можно еще немного пофристайлить. Блять. Ну давай я еще раз покажу номер кошелька тебе. Че, прикольно, может на литье накоплю? Не, ща, стоп. Хреново видно. Вот, смотрите. Еще раз покажу вам номер кошелька. Вот. Это вообще угар был. Жесткий угар причем. Вот. Может, на литье насобираю, да. О. Привет! А где? Светка где? Светка вот, вот Церата через одну машину стоит. Здорово, Игорь. Очень приятно. А? Мы всех ждем и едем сейчас. Сейчас, вот мы их ждали, сейчас поедем, наверное. Ты поедешь? Поедешь? Ну все. Киви дать? Ну давайте еще раз дам киви. Давайте, давайте. Смотрите. Вот, вот киви мой. Да. Это номер киви кошелька. Ребят, это реально дикий трэш. Я не знаю, зачем вам киви, но возьмите номер киви. Ты постригся? Да, постригся. Я сегодня Давидычу зачитал. Сейчас на Синтику поедем, да. Кто едет? Ой, я не знаю, кто едет. Все поедут. Сейчас я зачитаю быстренько. Не торопись, не торопись. Давай. Прикинь, мне на киви деньги кидают, чтобы я себе литье купил. Да, нормально. А ты, кстати, вот говоришь там, тебе кидают, но... Нажмите на количество человек в трансляции, нажмите поделиться со всеми читателями. Ладно, давайте про армян чуть-чуть. Давайте, давайте про армян начнем. Дорогие друзья, я не знаю, как они появились, но там, где есть армяне, там всегда есть свой бизнес. Короче, я сказал пару строчек про армян. Давай другую тему предлагай, братан. Я не знаю, что сказать, но чтобы каждый тайл, MC Палыч будет в перископе заряжать фристайл. Это того круто, это так прикольно. Предлагайте свои темы здесь в эфире, больно, чё? Пишите свои темы. Хочу сказать отдельное спасибо и красиво тем пацанам, что мне кинули бабла на киви. И надеюсь, то, что скоро, ё-моё, я смогу себе приобрести литьё. Но пока что я скажу вам так, в этот момент ловки я езжу совершенно спокойно на штамповках. И я скажу вам так, это точно знаю, откуда 2000 человек, я не понимаю. Но я хочу, чтобы каждый тему ставил и буду на смотре сегодня заряжать фристайл. А чё, Эрик трансляцией поделился?
Ой, круто! Эрик, спасибо большое! Эрик репост сделал, ребята, спасибо. Эрик, спасибо тебе большое. Для тебя могу тебе лично видео прислать, не знаю, какое хочешь. Я тебе ВКонтакте написал. Ну что, раз Эрик сделал репост, давайте читать. Эрик на меня подписался? Да ладно. Охереть. Короче, я скажу без эмоций и истерик за то, что поделился трансляцией. Спасибо, Эрик. Эрик, я скажу тебе спасибо от души. Я тебе сегодня читал, а не ел белюши. И я скажу вам так, я в любое время года. Я стою на смотре, и я за свободу. И я люблю в эфире без всякой проблемации заряжать фристайл на любые ваши трансляции. Красавчик ты. Спасибо, дорогой, 7к человек здесь в эфире. Сейчас порой вдохновил парня, вдохновил, конечно. За фристайли здесь в эфире не грешно. И я скажу вам так, с ночи до утра я стою и фристайлю, знаю точно, я смотра. Смотра, это круто, смотра, интересно. На смотре фристайли здесь для вас совместно. Кстати, Эрик, если ты здесь еще в трансляции, я хочу быстренько показать тебе кусочек маленький. Я пишу трек, просмотрю, получается прикольно. Надеюсь, ты оценишь. Я думаю, через пару-тройку дней будет готово. Сейчас я минус включу. Так. Ребята, отжигаем, давайте. Нажимайте на количество человек в трансляции. Приглашайте, читайте. Свет. Эрик моей трансляцией поделился. Да, смотри. 7,2. Да. Эрик, ты здесь? Сейчас я тебе зачитаю быстренько кусочек, просмотрю. Надеюсь, тебе понравится. Кстати, я могу в тест-драйвах фристайлить. Вот минус, просмотрю. Я записал демо, она ВКонтакте есть. Сегодня вечер, делать нечего, приедем на смотру, устроим вечи, темы вечные, мы так беспечны. И если кто-то не поддержит темы наши создания, скажу как Тимоти Киркорову, до свидания. 24/7, в любое время года мы делаем погоду на смотре под небосводом. Мы делаем красиво, красиво стелим, мы ценим свободу, не тратим попусту время. Йоу-йоу. Жень, посмотри, что Эрик натворил. Ну, творит. А он типа репост сделал? Он на меня подписался. Он единственный. Я единственный. Репост сделал, да? Ладно, выдыхай, пожалуйста. Эрик, блядь, подписывайтесь на меня, ребята. Да нахуй, кому я нужен, блядь. Палыч, наконец-то ты признан, ты красавчик, молодец. Я на самом деле, ребят, честно вам скажу, я этого очень долго ждал. Я каждый вечер ездил на смотру. Чтобы запрестать. Подписывайтесь, Аму Офишал, Инстаграм. Ребят. Ребят, пишите свои темы. Любая тема. Давайте фристайл будем заряжать. В профиле в Перископе у меня есть Инстаграм. В Инстаграм у меня есть ссылка на контакт. Пишите свои темы, я буду заряжать фристайл. Кстати, Эрик, если в каком-нибудь видеоролике пригласишь зафристайлить, зачитать что-нибудь, с большим удовольствием соглашусь на это. Пишите свои темы. О, про Ладу Весту давайте. Совершенно недавно Владимир Путин интересно представил нам обзор на Ладу Весту. И я не знаю, как так у наших получается, почему Лада Веста народу нравится. Я скажу вам так, на месте всем стоять, за фристайлю про Е60 М5. Я скажу, что Эрик ненароком сегодня на смотре на М5 раздавал боком. Его тачка лучшая подруга, она едет по прямой, едет очень боком. Круто у тебя. Да я уже вижу, что на меня народ подписывается. Базар. Спасибо, ребят. Давайте, пишите свои темы любые, а я буду заряжать фристайл на любые темы. Вы знаете, ребята, недавно, по сути, присвоил обратно России Крым Владимир Путин. И я скажу вам так, Путин мяш-мяш, спасибо тебе, Вова, теперь Крым наш. Вот тема зашла. Давайте про Обаму. Хотите про Обаму? Я скажу вам здесь в эфире без всякой рекламы, зачитаю пару строчек, кто такой Обама.
У Обамы есть уши, он черный слушает. Он в Америке порядок свой нарушил. И он пытается без всякой проблемации намутить против России какие-то санкции. Но скажу вам так, скажу красиво, Путин разрулил вопросы, президент России. И знаю точно, скажу между строчек, Путин не боится, отобьет Обаме почте. Эта тема актуальная, скажу, кстати, эта тачка прикольная, тачка Audi. Она едет быстро и стартует пиздато, ведь у нее есть полный привод, у нее квадро. Кстати, мы недавно все офигели, когда Давидыч обзор пустил, а вы как хотели. Он в машинах порылся, короче. Ребят, мне надо попить воды, вы понимаете? На самом деле, вот Ваде, спасибо тебе большое за то, что ты... Что замолвил словечко за меня, чтобы я Эрику зачитал. Ребят, вот Ваде 999, подписывайтесь на него. Я хочу сказать без листа бумаги, спасибо Ваде 99, тебе много от Вади. Если бы не ты, разрушились бы мечты, и не зафристайлил Эрику, сегодня ты. Да я не знаю, ребят, круто, да, я добился своего, я очень долго шел к этому. Эрик, спасибо тебе большое. Спокойной ночи. Я тебе ВКонтакте написал свои координаты. Если будет интересно посотрудничать, пиши, пожалуйста. Буду очень рад. Ладно, ребята, на самом деле, спасибо вам большое за внимание. Всем доброго вечера. Эрик, спасибо тебе еще раз огромное. Спокойной ночи. Давайте, подписывайтесь. Еще раз говорю, в профиле в Перископе есть ссылка на Инстаграм. В профиле в Перископе есть номер телефона. В Инстаграм есть ссылка на контакт. Готов к любому сотрудничеству. Пишите, добавляйтесь. Ну, я просто приезжал на смотру и думал, когда же я зачитаю Эрику. Я зачитал Ваде, я зачитал Смайлу и ждал, когда же Эрику зачитаю. Короче, давайте. Да, мы на Спартак едем сейчас. Давайте, подписывайтесь. Всем хорошего вечера.